Доброе утро, друзья. Понедельник, еду на работу. С утра прочитал, что там за ночь у нас наши зрители пишут по поводу какой-то вот модернизации, которую я хотел на канале произвести. И что-то такое очень корреспондируется с тем, что мы сами думаем, что-то там дополняет, что-то противоречит, ну не суть. Мы сделаем вот что. Я сегодня создам новый канал, и у него будет такая функция ленты. Да, это будет лента. Болталки, все подряд, вот чего сняли, вот там будет все висеть. А этот канал, который вот у нас есть, он будет как бы избранным. То есть здесь будет меньше, существенно меньше, да, сюжетов, поскольку то, что уйдет в болталку, не пойдет на этот канал. Они не будут дублировать друг друга. То есть содержимое болталки не будет на этом канале, и содержимое этого канала не пойдет в болталку. Вот. То есть те, кто хочет болталку, могут на нее подписаться, а те, кто значит, не хочет болталку, остаются на этом канале. Надо сказать, что тут, я не могу сказать, прям вчера или там пару дней раньше появилась новая фишечка на Ютубе, которую я раньше не замечал, во всяком случае. Называется она End Screen. То есть, как бы такая, завершающий такой скрин, экран. Секунд там на 20 он выставляется. И туда можно накидать, ну, какую-то информацию. Можно дать ссылку на веб-сайт, можно дать ссылку на канал, можно дать линк на видео, и можно поставить кнопочку «Подпишись». Там был такой механизм, назывался Notifications, но 2 мая его отменили. Вот старые висят, а новые уже нельзя делать. Но вот этот, он как бы выполняет такую похожую функцию, но в конце видео. Поэтому в конце видео я буду давать ссылочку на этот канал. То есть на нашем вот этом канале я буду давать ссылочку на тот. И, соответственно, там просто в ссылках пропишу и так далее. И я надеюсь, что те, кому болталки интересны, они легко обнаружат там этот канал. Вот, как только он будет, я дам отдельно ссылку. Ну, что еще сказать? Да, значит, у нас будет лента, и у нас будет избранная. Да, вот так. Я надеюсь, что мы перестанем отпугивать людей, которым засоряется их лента там на смартфонах. Я так понимаю, что это не те, кто там с Windows там, или там Mac'ом работают, а те, кто на смартфонах, у них там какая-то лента. Во всяком случае, мне жаловались. Я сам не знаю, не пользуюсь, но вот мне народ жаловался, что мы им всю ленту забиваем. Вчера, например, я не специально, но 5 видео за вторую половину дня у нас получилось. То есть сначала там мы с Александром из Киева записали, потом поехали в магазин, по дороге записали, в магазине записали в овощном, потом ехали, возвращались из Санта-Крус, записали, и когда я приехал, обнаружил видео на конкурс. И вот получилось 5. И я могу сказать, что за ночь у нас человек, наверное, не знаю, там 40-50 отписались. И я как бы думаю, ну чего мы действительно их гоним-то? Люди нервничают. Наверное, это неправильно. Вот, поэтому из этих соображений. То есть мне не то, что идет борьба за подписчика, но идет борьба за того, чтобы не выкидывать людей, не заставлять их уходить вот такими действиями. Поэтому, кто хочет болталку, подпишется на болталку, и как бы все у него будет на месте. Вот, наверное, так бы я сказал. Я думаю, что мы еще будем делать такое сам, суммировать эти болталки. И, может быть, делать одну такую, тоже, как бы сказать, избранную болталку там на неделю для основного канала. Если будет популярная идея, значит, оставим. Если нет, значит, нет. Вот. И я думаю, что там одно видео, не знаю, иногда, может быть, 2 в день будет достаточно.
А может быть и пореже, ну посмотрим. Во всяком случае, я хочу, чтобы только такой более-менее серьезный контент выходил. Там, если там девчонки симпатичные и так далее, это в болталку пойдет. А если, допустим, интервью с кем-то, кто, ну, что-то так имеет что-то сказать, понимаете, или, допустим, с блогером каким-то, это уже не болталка, это уже может быть такой более интересный контент. Опять посмотрим. В болталке будут уходить направления, которые не пользуются популярностью в смысле просмотров. Вот то, на что мало просмотров, пойдет в болталки. То, на что много просмотров, будет оставаться здесь. Что касается плейлистов, у нас советы вот такие, говорят, что давайте вот по плейлистам раскидайте. Дело в том, что плейлистов у нас и так, наверное, штук 40, я боюсь соврать, может и больше. Поэтому даже я не знаю, может быть, не хватает каких-то плейлистов. Безусловно, когда видео будет реже выходить, то мы будем гораздо аккуратнее разбрасывать это по плейлистам. Потому что сейчас, поскольку на ходу, на бегу, то просто я забываю иногда. Но если есть какие-то плейлисты, которые вы считаете, что надо добавить, значит, скажите, пожалуйста, и напишите в комментариях, и я с удовольствием добавлю. Я не обещаю, что мы старые видео раскидаем по плейлистам, все-таки там их 6000, кроме тех, что уже раскиданы, но новые, безусловно, мы без труда будем запихивать в плейлисты, это несложно, это надо просто немножко внимания этому делу и все, и знать, что у нас правильные плейлисты, что мы, в общем-то, кладем туда, где люди смотрят, где им хочется смотреть. Если, например, есть какие-то идеи по названиям или, может быть, по описаниям видео, я-то ведь, когда придумываю там название, описание, ну, у меня какие-то есть свои соображения, да, то есть, если вы, например, возьмете там какое-то видео с названием и описанием и покажете, как надо было бы его, например, переделать, да, то я как бы без труда подхвачу, то есть мне несложно. Ну, в той мере, в какой опять я сочту приемлемым, потому что иногда я вижу, люди такое пишут там у себя, и как-то мне это странно даже видеть, я не знаю. Но, во всяком случае, если есть советы по этому делу, то я с удовольствием, потому что я понимаю, что поиск – дело такое, ну, как бы это очень важно, чтобы в поиске выходило то, что должно выйти. Поэтому, если мы можем для этого что-то сделать, я с удовольствием сделаю. Вот, наверное, и все. Счастливо и, можно сказать, поздравляю вас с новым каналом, но его пока еще нет, но я надеюсь, что там через пару часов уже будет, а дальше какое-то время уйдет на его обустройство, что ли, там, картиночку красивую, заставочку у меня вроде есть, даже я не знаю, ну, посмотрим. Это как бы дело наживное. Вот, так что до скорых встреч на обоих каналах. Счастливо!